13 июля 2020 года, вот буквально на этом месте, произошло ДТП с моим участием, где в меня въехал кроссовер марки CL500 Mercedes. Удар был произведен в левую часть автомобиля. Дальше я остановился на второстепенной дороге, на которой я сейчас нахожусь, а Mercedes поехал дальше в сторону районов, не останавливаясь. Тут же я позвонил на горячую линию ГИБДД, где получил дальнейшие указания. А именно, мне нужно было отснять место аварии, мои повреждения и привезти, соответственно, им на улицу Дорожную. После того, как я предоставил информацию в ГИБДД, в этот же день я по советам знакомых выложил пост на блоковской группе CARS64 с просьбой откликнуться от очевидцев аварии. Мне написало несколько человек, один из которых мне сообщил точные номера этого Мерседеса, а именно Роман 008 Александр Николай, а второй очевидец мне переслал видеозапись. На следующий день, после того, как я получил материалы с аварии, я повез их в ГАИ непосредственно тому инспектору, который занимался расследованием моего дела. Я ему сообщил точные номера, они получили от меня видеозапись. Кроме этого, мне стало известно, что водителя звали Шалабанов Александр Владимирович. Данную информацию я также сообщил сразу же сотрудникам ГИБДД, на что мне ответили, что просто-напросто мне нужно ждать ответа, расследование будет идти. Прошло около месяца, но после этого со мной так никто и не связался. Я был вынужден написать в нашу местную прокуратуру насчет расследования этого дела. А в середине сентября 2020 года из ГИБДД мне пришел ответ о том, что расследование моего дела прекращено в связи с истечением срока давности. Что самое интересное, в ответе ГИБДД звучит то, что лицо, совершившее ДТП, не установлено.